Девочке позвонил Одиссей, а говорит, я тебе несу букетик цветов. Говорит, спустись. Ну, пошли посмотрим. Где мой любимый с букетом? Прячется. Одиссей! Боже, ты даже в маске. Боже, боже. Когда мы поженимся? Никогда. Почему? А подожди, это ты. А что ты маску одел? На тебе этот, вот такие. Хару, красиво, спасибо тебе. Вот это такой цветочек, блядь, там. Спасибо, зайчик. Можно я тебя обниму? Почему? Спасибо тебе большое. Боже, Одиссей. Ну да, я тебя обниму. Да, иди ко мне. Иди, мой хороший. Ты мой зайчик. Не смог я вот такие цветочки. Хороший цветочек, красивый. Спасибо тебе большое. Я не смог сорвать. Слушай, ты такие спортивные. Ты уже переобулся, переоделся. Одиссей, такой букет шикарный, правда. Да я просто этот гулял. А ты куда сейчас? А пойду на лавочку сяду. А что на лавочку? Пошли поплаваем. Куда? В бассейн. Одиссей, этой ночью... Ой, что было этой ночью? Чего? Я вот даже не помню, что там было той ночью. Мы еле домой дошли с Татьяной. Боже, роза. Ой, как она пахнет. Как я, да? Роза в раю. Хоть не влюбляйся в меня. Букет ты. Да ладно, я... Когда ты мне уже подаришь сережки, ты обещал? Какие? Ты говорил, пойду на работу, подарю тебе сережки. Какие? Когда? Когда ты на работу пойдешь? Боже, какой красивый букет. Одиссей, это самый красивый букет в моей жизни, честно. Слушай, я не смог вот эти такие, вот эти цветки, там от тюльпаны были. А чё ж ты мне тюльпаны не нарворовал? А, я не смог, потому что там... Полиция была? Там... Ой, ну слушай, спасибо тебе хоть за такие красивые цветы. Да, там... Букет просто обалденный. Спасибо тебе, котик. Я хочу... Я пойду на лавку. Ты самый лучший мужчина, правда. Я хочу похмелиться. А у тебя есть чем похмелиться? Конечно. А что у тебя есть? Вино. А где ты его взял? Спиздил? Зачем? Стою, любуюсь букетом. А что, купил? Нахера ты эту маску одел? Снимай уже эту маску. Нахуй она тебе надо? Мизайчик.